Сегодня 9 августа 2020 года. Прошел еще месяц с начала контроля за тампинамбурным экспериментом. Тампинамбур против борщевика. Пойдем посмотрим, что произошло за это время и до какого уровня мы дошли. Ну, прежде всего, мы видим перед собой подсолнушки. Топинамбуры все, можно сказать, принялись. Они вообще принимаются очень и очень легко. И мало того, что принялись, они все еще и вымахали. Вот эти топинамбуры, цветы, которые я сейчас снимаю, это высота где-то больше 2 метров. Даже 2,50 самые высокие. У меня даже елок не видно с той стороны. А сам я где-то внизу. Так что первый и однозначный вывод. Топинамбур принялся, вырос и вырос очень хорошо. Он поднялся, он размножился. То есть из многих корешков, которые стояли одиночными стволами, уже видны масса новых деток. Ну и то, ради чего он сюда, в общем-то, заносился, это сзади. Туда уже трудно пройти, потому что приходится идти фактически по топинамбуру. А вот здесь у нас были заросли борщевика. Заросли были. Но теперь этих зарослей я не вижу. То есть они есть, они никуда не делись. И в общем-то, они в общем-то просто в огород не идут. Они здесь все останавливаются на границе с топинамбуром. Вот край, а дальше стена топинамбура. Вот такая петрушка на топинамбурном фронте. И я даю еще одно очко топинамбуру в его борьбе с борщевиком. Итого счет 2-1. Эксперимент продолжается. Как-то так, малята.